всем привет! И мы сегодня в парке, в центральном парке, в субботу 22 апреля. В день коммунистического субботника. А, кстати, ты обратил внимание, в березовую рощу какие-то киргизы убирают парк? Ну, мимо ехали. Сегодня по традиции субботник. Но что-то не видно большой активности горожан на этом поприще. Тоже каруселька, смотри, какая прикольная. Да, только чуть поменьше, чем. Ага. Ну да. Суббота, суббота. Сегодня тепло наконец-то. Солнечно. И мы прогуливаемся. Иди сюда, сядем. Я не буду посреди дороги это делать. Сядем, я сделаю. На лавочку. У меня есть приложение, ты сделаешь сейчас. Давай. Теперь по дороге заходи. Так, наша задача найти кофеек. А помнишь, мы здесь скульптура-то снежная была, фестиваль снимали. Все. Растаяла вся снежная скульптура. И мы ждем и не дождемся тепла и лета. Чистое небо. Осталось немного снега. Яркое солнышко. Одним словом, весна. Конец апреля. Народ отдыхает культурно. Но сегодня пока каких-то нету таких знаменательных праздников. Концерты не намечаются здесь общественности. Старый-старый уголок Новосибирска. Легендарный трамвай номер 13. Тоже здание, наверное, супер древнее.
Бриджесон, который ушел из России. Командное речное училище. Ёперный театр наш. И все, что его окружает. Гастроли. Уже сколько? Куда два здесь не было? Да побольше, наверное. Ну вот. Неторопливо добрались до центра. Сегодня здесь спокойно, митингов никаких не предвидится, видимо. Но полицмены вон все равно стоят. Спрятались, мигают. Мигают. Ага, что здесь? Реконструкция. А может, наверное, что-то готовят или к 1 мая, или к 9 мая. Ну, да, скорее всего, да, а что будем закрыть? Вот на площади Ленина установили, видите, службу по контракту. А там какой-то, смотри, рынок или что? Что, пойдем туда? Ага, сейчас мы туда пустим. Что-то сегодня какой-то столпотворение. Ярмарка белорусских товаров. О как. Мы туда зайдем. Посмотрим. В общем, толчья, толкотня, а по сути все это есть в магазинах нашей необъятной родины. И толпиться здесь смысла большого лично я не вижу. Ну, народу, наверное, некуда девать времени. Давид.
А так, ничего. Давидочка, ну ладно, я тебя целую. Особенно. Это я шучу. Да мы тут гуляли, так идем. Идем дальше. Ну здесь вот давай вот меньше народу. Ну вот мы уже и на площади Калинина. Закончим наше путешествие.